Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас краткий обзор о строительстве теплицы «Легенда номер один». Теплица будет у нас 3х6, стоять на брусе, 1,5 двери, поликарбонат 4 мм. Пока что разгрузились, начали делать фундамент. Торец и одна арка у нас. Скручиваем между собой. Сейчас пойдем дальше. Арка за аркой. Наш монтаж движется к завершению. У нас установлены все листы поликарбоната. Сейчас мы их прокручиваем. Устанавливаем конек. Параллельно с этим идет закрытие дверей, форточки и прокручивание нижних листов поликарбоната. У нас закончился монтаж теплицы. Напоминаю, делали мы легенду 3х6 на брусе под поликарбонат. Любовь Михайловна, а мнение свое скажите, пожалуйста, про теплицу. Отличная работа, молодцы ребятки, мне очень нравится, я довольна. А откуда узнали про компанию «Уральская усадьба»? Я из газеты «Уральский садовод». Понятно. А почему вы остановились именно на теплице «Легенда»? Посмотрели, нам она очень понравилась, высокая, такая прочная, я выбирала, знакомые у меня выбирала. Выглядит очень надежно, да, поэтому решили взять. Да, сказали, что надежная, крепкая, снег с нее скатывается и все такое. Ой, только вы меня по телевизору. Ну вас не обманули, не по телевизору. Она еще по телевизору тем, не будем. Что у нее вот этот конус, а которые такие вот покатые, на самом верху скапливается снег зимой и прогибается она. А это не прогибается. Скатывается снег и все. У нас гарантия на снеговую нагрузку серьезная, так что. 10 лет. За снег не надо переживать. За снег. Пойдем смотреть дальше. С торца у нас установлена разрезная дверь форточка с одного. С другого торца просто форточка. Поликарбонат у нас 4 мм. 0,7 плотность, один из самых лучших. Торцы защищены торцевым уголком декоративным. Он как бы и декоративную функцию выполняет, и с другой стороны он прижимает дополнительно поликарбонат. Препятствует образованию щелей. Все у нас стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Закреплен к земле с помощью колышков. Каркас у теплицы из трубы 40 на 40. Все заполнение из трубы 40 на 20 и 20 на 20. Каркас очень прочный. Одна из самых высоких наших теплиц. По стенке высота 1,80 м. Высота в коньке почти 2,5 метра. Еще плюс брус, поэтому вообще получается. Ввысь растениям расти будет очень хорошо. Для большей жесткости установлены диагонали укосины. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!